Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В общем, прибавилось позавчера, отдали мне машинку, я привез. Прибавилось мне бытовой техники на разбор. В этой и в этой напрочь полетела электроника. То есть они живут своей жизнью. Ну, люди не захотели, это уже стоит лет 7, ждет своего часа. Ну, по-моему, она сегодня дождалась. А это позавчера. Это... вообще, я не знаю, лет 10. Вот, эта машинка у нас Иволга. Значит, шилдик вот такой у нее. Цена договорная, 93-й год. Здесь у нас машинка Зануси. Производитель, страна, да? Непонятно. Здесь у нас машинка, где у нас тут? Вот, Ордо. Ну, по наклейке, якобы, итальянец. В общем, харе-ля-ля, погнали разбирать и смотреть, что можно извлечь из них полезного. Так, значит, раскидали машинку, раскидал. Паутина внутри абсолютно ничего, пару пластмасок осталось. Вот корпус вот такой получился. Здесь немножко всяких пластмасочек пока, даже вот какая-то штука. В общем, барабан еще не разбирал там. Где-то вода, не пойму где, до сих пор, сколько лет стоит, где-то там вода. Ну, сейчас разберем, посмотрим. Так, вот такие какие-то, понятно, пружины могут куда-то пригодиться. Кабель, вряд ли, с такой вилкой. В общем, какой-то трансформатор, не знаю, рабочий он, не рабочий. Как его проверить, вообще без понятия. Или не электрик, не знаю. В общем, какой-то тут кондер вот такой огромный. Цифры не видно толком. А вот можно сдвинуть, в принципе. Я думаю, видно, да? Вот. Вот он, насос. Все в паутине. Возможно, даже и рабочий. Проверим. Подключим, проверим, посмотрим. Вот этот какой-то тут заходит сюда куча проводов. Но там какой-то поплавок. Что за, какую функцию он несет? Вообще без понятия. А заходит сюда аж 6 проводов. Короче, ну он треснутый. В принципе, разломаем, заглянем внутрь. Вот такой вот карман. Может, даже в тракторок куда-нибудь приспособлю. Мобильник ложить. Защелкнул. И все удобно. Прям с крышкой. Вместо такого бардачка. Пойдет. Так. Что еще тут? Микросхема. Вот такая. С индикаторами. Пищалка, куча всяких тут диодов, транзисторов, еще вот такие вот есть. Да, соображать бы вообще было бы замечательно, может, даже и пригодилось бы. Вот эти вот магнитные какие-то включатели, здесь магнит, не знаю, как его можно использовать, без понятия. Так, ладно, если кто знает, напишите в комментарии, куда что можно использовать. Все, сейчас разбираем барабан. Шкив треснутый, пластмассовый, поэтому какой-то, что это такое, я не знаю, противовес, наверное. Все, сейчас разбираем, смотрим. Итак, кое-как достали барабан. В барабане самом где-то вода,
Но она не выливается почему-то, не знаю. Вот такой вот пластиковый. Может куда-то пригодится. Кинул туда что-нибудь и насыпать можно. Не знаю, что. А может и не пригодится. Посмотрим. Пришлось помучиться вот эту гайку открутить. Ну, впрочем, ключ на 41, 46. Прекрасно справился. Плюс молотки. Как-то так. Вот такой вот редуктор, я вам скажу. Здесь все-таки редуктор. Не знаю, видно, не видно. То есть я здесь вот кручу чуть потихоньку, а здесь он крутится как бы в два раза быстрее. То есть вот здесь я вот кручу так, а там еще медленнее. Вот, интересная штука. То есть здесь какой-то редуктор, может даже планетарный внутри. Куда можно использовать, не знаю. Даже без понятия. Даже смазка есть. Вот. В общем, вот он корпус. Так что нормально, нормально. Противовес. Не знаю, сколько килограмм. Ну, тяжеленький. Все, в принципе, с одной машинкой разобрались. Столько всякого и всякого, и всякого интересных вещей. Кстати, вот какое-то втягивающее. Вот. Здесь даже какая-то кнопка есть. Даже две кнопки. Вот такая вот штука. Ладно, с одной разобрались. На этом все. Начинаем разбирать вторую. Так, ну нашел я применение вот этому всему. Такая вот крышечка съемная. Вот там окно заделаем. Та-дамс. Отлично вообще стало. Туда внутрь зашло. Вот. Как-то так. Ну здесь вот чуть-чуть надо будет подпилить. И оно зайдет отлично вообще. Капитально сядет аж бегом. То есть все искры, которые будут лететь внутрь, они не будут вылетать ни по краям, ничего. Карабас будет их сдерживать, задерживать. Вообще, короче, замечательно, идеально все. Размерчик то, что нужно. Вот как-то так. Так, ну что? Номер два. Зануси. Погнали разбирать, смотреть, что там полезного может быть. Так, ну здесь уже внутри поинтереснее. Движок, ремень, тены. Вот какая-то фигня, отключил. Короче, отключаю все. Там потом разберемся. Что к чему и почему. Вот как-то так. Движок, наверное, скорее всего, еще с таходатчиком. Вот. Здесь все остальное. Так. Какая-то плата управления. Посмотрим. Пригодится, оставим, нет. Уберем. Так, ладно, погнали дальше разбирать. Так, мужики, разобрал, раздолбал, я не знаю, расковырял вторую машинку. Как она там называлась? Зануси, да? Вот. Барабан из нержавейки. Корпус разбил. Достал вот эту даже обойму, которая держит подшипник. Вот такой двухрядный подшипник здесь стоял. Здесь она на этом самом, как она называется, скоба, да? Вот. Может куда-то применю, не знаю. Вещь такая пригодится. Здесь что тут у нас? Ну, хомутики, понятно, хомутики разные всякие, шланги повыкидываю. Вот таких два амортизатора. Может куда-то пригодятся, я не знаю. Посмотрим. Вот таких два клапана, как они там называются, регулятор уровня воды, давления, фиг его знает. Ну что-то такое, сюда трубки подключались. Вот. Электрозамок, который дверку защелкивал. Вот.
Так, ну самое интересное — это двигатель. Двигатель у нас, я так понимаю, с таходатчиком, ну щеточный. Вот. Две помпы в ней стояло. Вот одна помпочка. Это, наверное, которая воду набирает. Или еще там что, я не знаю. Ну, короче, стояла такая фигня. Вот еще одна помпа, которая откачивала воду, в самом низу стояла. Но это мы еще посмотрим, да, поэтому по названиям, откуда они, как работают, как устроены. Вот две пружины неплохие такие. Вот такая вот, что дверь открывают навес. Может даже куда-то и пригодится. Он такой скрытый какой-то. Интересный навес такой. Так, ну куча проводов, понятное дело. Так, здесь казашки, пластмасски, ничего интересного. Здесь вот это, я не знаю, что это такое. Что-то такое, ну снимем сейчас. Какая-то фигня. Больше тут ничего интересного. Хомуты заберем. Вот это, я не знаю, что это. Это тоже мне не нужно. Это выбросим. Вот, как-то так. Вот такая вот еще штукенция. Все. Сейчас прибираюсь и приступаю к разбору третьей машинки. Так, ну еще, соответственно, куча хомутов разных калибров, диаметров. Это с машинки. Вот, ТЭН. Такое ощущение, что он вообще не работал. Ни накопи, ничего. Прям отличный ТЭН. Наверное, электроклапан для воды, скорее всего. Вот. Ну, может пригодиться куда-то, мало ли. Так, все. В принципе, тут прибрался. Сейчас только уберу. Батя поехал за землей. Что-то вроде подсохло. Вот, сейчас уберу провода и занимаемся вот этой машинкой. Так, ну и, соответственно, третья машинка. Начинаем разбирать. Значит, раскидал я машинку вот эту. Тихо. Ордо. В принципе, тут... А что тут? Проводов еще меньше, чем... в прошлой машинке, я не знаю, даже в два раза меньше проводов, трубок меньше, всего, короче, поменьше. Вот, значит, двигатель тоже с таходатчиком, один насос, по крайней мере, вот одна микросхема, замок, вот такая вот штука, наверное, подача воды разделяется по каналам, видать, клапан подачи воды. Вот такой вот клапан давления, наверное, скорее всего, не знаю, куда его применить. Так, немножко патрубков тут, точнее, не патрубков, а хомутов с патрубков, с патрубок. Пружины, конечно, не айс, но куда-нибудь пригодятся. Вот барабан здесь какой-то интересный, точнее, корпус с барабаном. Вот он. Сам барабан. Сейчас вот так покрутим. В принципе. Ха, крутите барабан, да? Сектор приз на барабане. В принципе, можно вот этот весь корпус оставить, потому что здесь есть крепление под двигатель. Вот оно, крепление под двигатель. Сразу тут натяжка ремня. У китайцев заказать этот регулятор, который запускает двигателя с таходатчиком, с поддержанием оборотов и всего остального, да? Вот. Здесь поставить глушки. А вот здесь вот какая-то центрофугу сделать какую-нибудь, да? Я не знаю. В принципе, что, все готово. Крепление. Это крепление для, скорее всего, транспортировочные. Но, тем не менее, можно его поставить. Разбирать пока я не хочу. Но можно разобрать. Можно будет это дело разобрать. Вот здесь хомут. Вот он снимается вот так вот. Раз. И, скорее всего, вот эта часть
отсоединяется вместе с задней крышкой. И достается барабан. Ну, в общем, посмотрим. Пускай пока так. Применение мы ему всегда найдем. Вот тут, видать, натягивали и точечно этой паяли. В принципе, корпус готовый. Вот такая вот штука. Ну вот и все. Возим землю дальше. Кому понравилось, я не знаю, разборка, добывание ништячков всяких разных, лайкосик. Кому не понравилось, ну, соответственно, знаете, что делать. Ну и еще увидимся. С вами был Санек.